Саламу алейкум, арахматуллахи ва баракату. Это обращение в первую очередь к этому человеку, который недостоин своего имени Ахмад. Ахмад, мы, джамаат селения Нечаевка, 99,9% против того, чтобы ты вообще в это село даже заходил. Бессовестная рожа ты. Вот тебя как снялись, имамство Ахмад, ты расколол эту Нечаевку. По сегодняшний день не можем объединиться. Одна группировка там, другая группировка там. Ты как мужчина, тебе я когда в Мекке был, сказал, собери джамаат. Если у тебя есть что сказать, объясни перед ними. Нету тебе и всем, кто тебя поддержит, места нету в этом селе. Пошел вон отсюда. Этот дом тоже тебе дали, потому что твой отец был достойный человек, мужчина был, потому что работал во благо ислама, объединял мусульман. А ты что делаешь? Из-за какой-то своей детской обиды расколол всех. Всех-то ты не расколол. Люди, у которых есть свое мнение и разум, их не расколешь ты. Нечаевка, чтобы все знали. Вот сейчас обращаюсь ко всем дагестанцам, говорят, звонят, говорят, Нечаевку его поддерживают, что ли? Не поддерживают, хали. Там какие-то пару человек, если, которые боятся его, может, поддерживать, я не знаю, кто. Открыто кто поддерживает, нету в этом селе. Аллаху акбар!